Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндаванам Мануха Ванча калпатару эшеки пас инду бевеч, патитананг павоне бхавишна вибью наму нама, муканг кароти вачаланг пангунланг хетгирим, ядки патаманг ванди парама ананду мадвам, бриндавай тулсиде пиявай кешвасача. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Тато жайо мудире Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджануламбита Бхуджав Канака Бодата Санкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижабару жугодарма пало Банде жагат приякару Каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тата Синиттам Бхавану Рупе На Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джушша бадане Лакшмир джушша ча бхакшаси Ясьясти дай самбит, твам нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Janasya Krishna Devimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhaye Ho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardhanasya Janasya Krishna Devimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhaye Ho Charantinunam Бхутани Бхавьяни Джанарданаша Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад Парамахамса Джагатгуру said that Нитьянанда Баларам coming in this material world Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Нитьянанда Баларам, они приходят в этот материальный мир в форме гуру и вайшнавов,
чтобы спасти нас от этой материальной обусловленности. Они приходят в различных формах, садгуру. Все садгуру, они исходят от Нитьянанда Баларама, не от садгуру, а именно садгуру, они все исходят с лотосных стоп Нитьянанда Баларама, чтобы спасти нас от майи. Но суть в том, Шрила Прабхупада говорит, большинство людей, они не готовы принять абсолютную истину. Большинство людей, они не готовы принять абсолютную истину. Из-за этого мы не должны прекращать говорить об абсолютной истине. Большинство людей не заинтересовано в этой абсолютной истине. Но это не значит, что мы должны прекратить говорить о ней, об абсолютной истине. Мы должны продолжать говорить об абсолютной истине. Если кто-то хочет принять, они примут. Если не хотят, это их дело. Но наша обязанность — это продолжать говорить об абсолюте. Шрила Прабхупада сказал, «Я пришел в этот материальный мир, чтобы дать что-то особое. Та причина, по которой я пришел в этот материальный мир, чтобы дать нечто очень особое, очень ценное, но я не мог найти достаточно времени. Я не мог организовать достаточно времени, чтобы говорить об этом, об этих сокровенных вещах. Я был занят борьбой с майей. Что имеется в виду, чтобы избавить других своих последователей от влияния майи. Поэтому не хватило времени говорить об абсолютной истине, ради чего он и пришел. Сатьяватам, в Бхагаватам говорится о Бхагаване. Сатьяватам, три сатьям. Если мы не заинтересованы в том, чтобы принять абсолютную истину, то почему мы пришли сюда совершать баджан? Если мы не заинтересованы в том, чтобы принять абсолютную истину, то зачем, ради чего мы пришли сюда, чтобы совершать харибаджан? В этом главная причина. Нитьянанда Баларам и Баладев Джи Махарадж, они не отличны друг от друга. Баладев явился в форме Нитьянанды, особого Нитьянанды. И это обещание Нитьянанды, что он спасет нас от влияния майя. И это его слова Нитьянанды Баларама, что он может спасти нас от этой материальной майи, он поможет нам обрести лотосные стопы Гауранги, но мы боимся. Мы боимся говорить об этой абсолютной истине. Можно вспомнить случай Рамануджа Ачарьи. И естественно, люди выступают против абсолютной истины. Они не хотят принимать ее, как Рамануджа Ачарья, когда он... И вот когда Ядав Ачарья понял, что Рамануджа Ачарья, этот Лакшмандеша, он может разгромить Майаваду и утвердить Вишудха Бхакти Сиддханту, он решил убить его. И когда Ядава Ачарья понял, что он
Этот будущий Раванджачарья утвердит Бхакти Сиддханту, то он решил убить его. И этот Чурадж какой-то с Южной Индии, с Мадраса, тоже хотел убить Раманужачарью. Если он не принял бы Шайва Дарму, если они хотели, чтобы он оставил Вайшнава Дарму и принял Шайва Дарму, шиваизм. И вот Куреш, он переоделся в одежду своего учителя, Гурудева Рамануджачарья, и пошел спорить с ними. Но так или иначе, несмотря на то, что он победил их в споре, они не были готовы принять эту победу и решили его убить. Почему? Потому что он хотел утвердить чистую Шуда Бхакти Сиддханту. Ну, его не убили, но глаза выкололи Курешу. И вот Рамануджачарью пытались отравить. Его в просад подсыпали какой-то яд. С Чарнамриту. И это естественно, те, кто хотят утвердить Шуда Бхакти Сиддханту, весь мир выступает против них, это частое явление. И вот Рамачандра Кхан хотел убить Харидас Такура. Поскольку Харидас Такура пытался утвердить абсолютную истину. Царь Бенгала хотел убить Харидас Такура, поскольку тот хотел утвердить абсолютную истину. И ничего нового. Во время буддизма, когда Шанкарачарья явился и хотел что-то утвердить с помощью более точно под видом ведической дхармы, ведической культуры. Он, конечно, ничего не принял из этой ведической культуры, просто прикрывался ее именем. Держал веды перед собой, чтобы дурачить людей и толкать свои идеи под видом ведического. Буддисты против выступали. Тоже хотели его убить. И потом, после Шанкарачарьи, Рамануджачарьи, Мадхавачарьи пришли. И книга есть. Муктачарита, или как-то так называется, Шрилой Прабхупады опубликована. И вот там это все рассказывается. И вот когда Шуда Вайшнава Дарма пришла, те майявади, то тоже пытались всячески помешать. И Шрила Прабхупад говорит, Шуда Гуру Вайшнава, они могут потерпеть любое количество оскорблений в свой адрес, нападок. Но они не могут потерпеть, когда кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава и искажает Таттва Сиддханту. И вот, чтобы утвердить Шуда Вайшнава Сиддханту, мы должны быть очень осторожны, и так или иначе. Нитянанда Прабху. Тут его пранамна мантра Нитянанда Прабху.
когда Джагай Мадхай хотели напасть на него. Но Нитянанда ничего не сказал. Но Гауранга Махапрабху очень разгневался, когда Джагай Мадхай хотели напасть на Нитянанду. Нитянанда не был зол на них. Он не разгневался, мы должны следовать пути Нитянанды. Если кто-то нападает на нас, нам не нужно гневаться. Но Гауранга Махапрабху очень разгневался. И вот по просьбе Нитянанды, Гауранга, он был готов дать им свою милость, но не перед этим, только по просьбе Нитянанды. И вот Балдауджа Махарадж, он даже хотел защитить Дурьодхану, такого негодяя. Баладев, он хотел защитить даже Дурьодхану. И вот это решение Нитянанды, он хочет защитить нас, но это также зависит от нас, можем, хотим ли мы принять его защиту или нет. Абсолютная истина — это не что-то дешевое. И вот Баладев Нитянанда, о Нитянанде, Гауранга Махапрабху хотел утвердить эту сиддханту, что мы должны поклоняться Нитянанде, выражать ему почтение в начале всего. И вот в начале всего мы должны совершить поклонение, выразить почтение Нитянанде, потом ему, Гауранге. Если они были вместе, то вот сначала Махапрабху говорил, что сначала нужно поклониться Нитянанде, а потом ему. Те, кто выступали против Нитянанды, они плохо кончили. И вот Рамачандра Кхан, когда Махапрабху отправился туда, в Бенапол, чтобы спасти их, это в то время Рамачандра Кхан, он не выделил место для Нитянанды и его спутников. И в итоге Рамачандра Кхан, он хотел оскорбить Нитянанду, там было достаточно места в в общем, он их отправил в Гашалу с коровами там находиться. И что случилось? И тогда мусульмане пришли, и вскоре, имеется в виду, разграбили его дом, осквернили все там. Убили его коров, съели. И таким образом, когда ученик Нитянанды и Минкетам Рамдас, он отправился туда, в дом Кришнадас Кавирадж Госвами в Джаматпуре. Но брат Кришнадас Кавирадж Госвами, он не был готов выразить никакое почтение Минкетан Рамдасу. И в итоге что случилось? Минкетан Рамдас был очень... ему было неудобно, поскольку Because they have no faith in
Но поскольку у них не было никакой веры в Нитянанда, и Кришнадас Кавираж Госвами в итоге сказал, когда Минкетан Рамдас ушел и сломал флейту в воде, и Кришнадас Кавираж Госвами сказал, и вот в тот момент мой брат потерял все. Сарвана, значит, буквально потерял все сознание прежде всего. Когда Минкетан Рамдас ушел из этого места, Кришнадас Кавираж Госвами говорит, здесь и тогда мой брат потерял все. Гуранга Махапрабху хотел начать Вьясапуджу в Шивасангане. Нитянанда Прабху, он был там. Когда Гуранга Махапрабху проявил свою лилу, и тогда Нитянанда Прабху пришел из Вриндавана. Но перед этим Нитянанда Прабху, он посетил все святые места, все Бхаратварши, как Баладев. Он тоже в свое время посетил все места святые от Наймишаранья. И вот с Наймишаранья он начал посещать все святые места по всей Индии. И Нитянанда Баларам, он тоже в свое время за 12 лет посетил все святые места, потом вернулся, не вернулся, отправился во Вриндаван. И после этого и вот здесь Махапрабху явил свою шестирукую форму Аштапраху, восьмирукую получается. И вот все видели такую сварупу Бхагавана. Он сидел с шалограммом в руках. Нитянанда. И вот когда Махапрабху начал являть свои лилы, то тогда Нитянанда пришел сюда, и он остановился в доме Нанды Ачарьи. Никто не знал об этом. Гуранга Махапрабху утром спросил, что сегодня я увидел, что какой-то Махапуруш, великая личность, он пришел сюда в Навадвипу. Пожалуйста, идите и найдите. Я чувствую, что он пришел в Навадвипу, идите, поищите, где он. И в итоге все преданные, они начали искать всю Навадвипу и обыскали, и никого не нашли. И в итоге они пришли и сказали, что мы не можем найти, о ком вы говорите. И Гуранга Махапрабху сказал, пойдемте со мной. Вот они пришли, зашли в дом Нанда Ачарьи и увидели там Нитянанду, и Махапрабху сказал, вот он, я о нем говорил. И все поклонились ему. И Гуранга Махапрабху, что случилось? Посмотрел на Нитянанду, Нитянанда посмотрел на Гурангу и... И вот они обнялись, и Нитянанда Прабху практически упал без сознания.
И Нитьянанда таким образом хотел сказать, что он предается его лотосным стопам. И с тех пор Нитьянанда и Гуранга, они хотели начать Вьясапуджа. Нитьянанда Прабху. И вот Вьясапуджа была раньше, если в шастрах поискать, то там даже Майаваде, и тем более четыре авторитетных вайшнавских сампрадая, они все совершают Вьясапуджу. Но Гуранга Махапрабху хотел утвердить, начать Вьясапуджу в нашем обществе. Нитьянанда — это изначально гуру-татва. И вот Гуранга Махапрабху хотел организовать Вьясапуджу в доме Шивасачарьи. Шивасачарья, он был пуджари, затем священником. И в итоге в эти Вьясапуджа Титхи, в день Гуру Пуджа, Гуранга Махапрабху пришел и сел. Вьясадев, он исходит из Нитьянанды, и вот поэтому решили еще раз. И вот решили, что Нитьянанда будет поклоняться Вьясе, но Нитьянанда ничего не сделал, не предложил Пушпанджали лотосным стопам Вьясе. Он ходил вокруг с гирляндой и в итоге предложил эту гирлянду Гуранге. Махапрабху сказал, поклоняйся ему, но не поклонился. В итоге он эту гирлянду Гуранге отдал, чтобы показать, что он изначальный гуру. И таким образом, после Вьясапуджи, Махапрабху сказал каждому, те, кто не выражает почтение Нитьянанде, те, кто любит меня, но не выражает почтение любви к Нитьянанде, я не могу принять их. Если у нас есть хотя бы малейшая зависть, то я... И вот такая Сиддханта была, Нитьянанда Сиддханта была сказана Гурангой, и потом какой-то браман с этого Майпура, он пошел в Пури. Это уже было, когда Махапрабху ушел в Нилачал после принятия саньясы. И вот Гуранга Махапрабху отправился в Пури, и после этого какие-то браманы пошли туда, чтобы пожаловаться Нитьянанде, чтобы пожаловаться Гуранге о Нитьянанде. И вот вопрос к вам есть. Какой вопрос? Никого не было. Гуранга Махапрабху был один, и этот браман поклонился ему. У него не было веры в Нитьянанду, и сказал Гуранге, у меня вопрос к вам, какова природа Нитьянанды? Все говорят, что он великая личность, духовная фигура, но носит какие-то украшения, хорошую одежду. Живет в доме Шудра, весь в украшениях. И что же делать?
Я не могу понять его поведение, настроение. Что он делает, что думает, я не могу понять. И таким образом, когда Брахман начал жаловаться о Нитьянанде, Гуранга Махапрабху улыбнулся и сказал, то, что Нитьянанда Прабху, он необычный человек. И все орнаменты, которые можете найти на теле Нитьянанды, это все украшения, это, хотя он саньяси, но зачем он носит украшения? Так, признаки нава-витха-бхакти, в общем, девяти сложного бхакти признаки. И вот у нас какой-то человек на посту ачарьи написал, что Нитьянанда не мог жениться. Они ученицы Нитьянанда, они жены. И вот эта книжка у меня есть до сих пор. Наше Гауди Вайшнавское общество дало мне указание написать опровержение его слов. Вот. Иногда бывает так, что даже в нашей сампрадае некоторые думают, что как Нитьянанда может жениться, если он саньяси. Но мы должны, если он принял саньяса, но мы должны понять, что Нитьянанда Прабху. Он Аватхуд саньяси. Мы забываем такой момент, что он Аватхуд саньяси, он необычный саньяси, Аватхуд саньяси. Про них говорятся такие слова. Те, кто Аватхуд саньяси, они, их действия мы не можем понять. Те, кто Аватхуд саньяси, их действия мы не можем понять. И он изначальная причина всех, источник всех Аватхуд саньяси, он Нитьянанда, и он сам явил такое дело, и Брахман был убежден словами Махапрабху, что Нитьянанда – необычная личность. Кришна пребывает в сердце каждого. И Махапрабху говорит, что Кришна, он пребывает в сердце Нитьянанды всегда, все время. И из-за этого, и под влиянием воли Кришны он делает все, что делает. И поэтому Нитьянанда носит украшения, хорошую одежду. И этот Гуранга Махапрабху, он хотел наказать Чота Харидаса. Даже Чота Харидас вроде внешне ничего не сделал, только в уме. Но тут имеется в виду, что он принял отреченный этот уклад жизни и не жил по нему. За это и был наказан. Хотя внешне ничего не сделал, просто завожделил служанку Малини. Но Махапрабху, как сверхдуша, видит, что происходит, и поэтому наказал его. И тот же Махапрабху, что он сказал о Рай Рамананде, этот Рай Рамананда, он служил этим двум девочкам, к этим танцовщицам Джаганатха, он их мыл в голом виде. Учил, одевал, учил танцевать, делал массаж им и все остальное, жил с ним буквально, чтобы учить их. И вот когда Прадюмна Мишра пришел их, его жаловаться на него, то Махапрабху сказал, что только Рай Рамананда имеет такую силу, и я саньяси. Но все же, если я вижу, услышу даже имя Матаджи,
Я чувствую какую-то реакцию, Махапрабху говорит. И только у Гайрамананды есть такой вот хикар. И вот мы знаем, что тело Рай Рамананды, оно трансцендентно. И Гауранга Махапрабху, он наказал маленького Харидаса, и тот же Махапрабху выразил такое почтение Рай Рамананде за его служение, поскольку Рай Рамананда, он служил с настроением, и им с настроением служанки. И вот он служил с таким настроением, поэтому вожделения не чувствовал. И Нитьянанда Прабху, он был Авадхут Саньяси. Авадхут Саньяси, что значит Авадхут Саньяси в начале всего? Что такое Саньяси? Какой признак Саньяси? Умом, телом и речью, вача, вега, манасаха. И вот это признаки саньяса, то, что он контролирует вот все вышеперечисленные. И в Гите Бхагаван говорит, и какая шлока? В Гите Бхагаван говорит, you must remember the eternal sannyas is there. Don't understand. Those who are going to dedicate their life, sannyas means short plus nas. Sannyas значит сад и плюс sannyas сад значит внутри нашего тела нет ничего сад. С наших этих, волос на голове до наших ногтей нет ничего сад, все асад, не вечное. Но наше тело все не вечное. С макушки до ног все материальное. Сад это вечное, асад, соответственно, временное. И вот нет ничего вечного в нашем теле, только душа, пребывающая в нашем теле, она сад. И вот наша дживатма, она вечна, она с незапамятных времен сад. Хотя внешне выглядит, что из-за предыдущих самскар, и вот дживы, но по сварупе дживы, они чистые шуда, и вот сад и плюс ньяс,
дать кому-то что-то, предложить. Yes. Когда кто-то что-то дает нам на хранение, как я понял. И вот когда мы предлагаем нашу душу лотосным стопам Бхагавана для вечного служения, это называется саньяса, в саньяс-мантре. Есть такие слова. И вот это не прямая саньяс-мантра, но нужно ее произносить перед принятием саньяса. И вот саньяс значит, если мы, наша жизнь, душа, посвящены лотос вечному служению Бхагавану, когда мы предлагаем все, что у нас есть ради служения Бхагавану, это зовется настоящей саньясой. И если с этой точки зрения посмотреть Вишну Приядеви, Джахнавидеви, они все саньяси. Ганга Мата Такурани тоже. Внешне, может, мы не видим, но внутри, если посмотреть на их настроение, на их жизнь, они все саньяси. Все эти вышеперечисленные женщины внешне, они все саньяси, по сути. И Нитянанда Прабху саньяси. Но внешне, может, это не видно. И вот Нитянанда Прабху, он Баларам, кто служит Кришне всеми способами. Нитянанда Баларам служит с начала до конца. Все служение совершает Нитянанда. И он принимает форму этих падоков, священного шнура, трона, зонтика и всего-всего. Где живет Бхагаван, это дом, это все проявление Нитянанды. Нитянанда служит Кришне. Имеется в виду, Баларам служит Кришне бесконечными способами. Что это? Бесконечные способы, значит, все дживы, вечные спутники Бхагавана, они тоже исходят из Нитянанды, они бесконечные, обусловление души, садан ситхи, нити ситхи, все они служат Бхагавану, так или иначе. И все это проявление Нитянанды Баларама, они исходят из него и в бесчисленных формах. Любые дживы, которые служат Бхагавану, это проявление Нитянанды, в форме Параматмы. Нитянанда пребывает в каждом сердце, в начале всего, во Вриндаване, внутри Вриндавана. Мул Санкаршан Баларам. И после этого, из этого Мул Санкаршана, Четурвьюха, вокруг Голокдхамы, и после Васудев Санкаршан Прабдюмна Нирудха. И после этого Мул Санкаршан принимает форму другой Четурвьюхи вокруг Вайкунтха Дхамы. И вот Васудев Санкаршан Прадюмна Нирудха, и из этого Санкаршана Карнанава Шаи Махавишну исходит эта причина всего творения. Бесчисленные Брахманды, это тоже Санкаршан.
Баларам приходит в этой форме, и о ком говорится в Брахма Самхите. И вот Баладев в форме Махавишну. И все эти брахманды, они внутри его, с выдохом они творятся, с вдохом разрушаются. И вот Махавишну, который не отличен от Адвайта Гасая. Адвайта Ачарья не отличен от Махавишну. Единственная разница в том, что Махавишну, он становится причиной творения. И все это творение, откуда оно исходит? Для творения нужны какие-то составляющие. Нимиттикаран и упаданкаран. Нимиттикаран, значит, причина. Упаданкаран — это составляющие компоненты творения. И этот Махавишну входит во всю Вселенную, бесконечные Вселенные. То те Вселенные, которые видимы, и вот каждая Вселенная, Махавишну входит в нее. И вот в форме Гарбхуда Гасая, и вот после этого из пупка Махавишну вырастает лотос, и потом все творение происходит, и Бхагаван, он находится в Кхирасагаре, спит там, и Анирудха Вишну, он вечно присутствует. И когда мы говорим, что он куда-то так входит, начинает что-то, это не значит, что это начинает творение. Творение это с незапамятных времен происходит. И вот Махавишну в форме сверхдуши находится в сердце каждого. Кширада Кашая Нирудха Вишну находится в сердце каждого, как Параматма. И когда души дживы совершают какое-то служение прямо, например, они развили бхакти, хотят совершать служение Бхагавану, и это Нитянанда Баларам в форме различных душ. Все души исходят из Нитянанды. И также те, кто служит Майе, бесконечные дживы, те, кто служат Майе, и прямо или косвенно они тоже служат Бхагавану, поскольку Майя исходит из Бхагавана. И вот если Майя исходит из Бхагавана, то если мы служим Майе, то получается, мы служим Бхагавану косвенно. Если нет творения, не было бы всего этого творения, всего мира, то дживы не могли бы получить возможность избавиться от анарт. Это творение, этот мир здесь, и Махавишну, он поместил этих джив в чрево Майадеви, они родились оттуда в различных телах в соответствии с предыдущими самскарами. Кто-то тигром,
слоном или человеком. И вот Майя-деви, она дает рождение каждой душе в соответствии с ее самскарами. И когда обусловленная душа является здесь, в этом материальном мире, в соответствии с их самскарами, они совершают какие-то действия. И автоматически этот мир, это происходит, это творение, так оно происходит. И те, кто служат Майе, они тоже служат Бхагавану, но косвенно. Они служат Майе, поскольку их самскары плохи, но все же делают здесь что-то, какую-то пользу приносят. Кто-то профессором физики, является, кто-то ученым каким-то, кто-то еще что-то делает, писатель какой-нибудь, лектор или еще кто-то, но какие-то полезные дела делают. Кришне как бы служат, но косвенно. Кто-то полицейский, кто-то вор. Такое разнообразие. И вот прямо или косвенно они все служат Кришне. И Брахма сказал Приявроте то же самое. Бхагаван дал нам это служение творить. И Брахма сказал Приявроте своему внуку это служение Бхагавану, Бхагавана, которое дал он нам. Он сказал нам, чтобы мы занимались творением мира. Твой отец, Ману, тоже совершал служение Бхагавану. И также Брахма говорит, я делаю Шанкара, Бхагаван. Брахма, он отвечает за творение, Вишну за поддержание Шива, за разрушение. И хотя Вишну — это Пракрита Таттва, Брахма, Вишну и Шанкара в различных формах. Брахма он отвечает за творение благодаря силе Бхагавана. Брахма занимается творением, и Вишну поддерживает все, а Шанкара разрушает. И все они исходят из кого? Из Баладева. И вот Баладев, он служит бесчисленными способами. Пытайтесь понять эту концепцию. Прямо или не прямо, все служение, которое происходит, все это по милости Нитянанды и Баларамы, прямо или косвенно, всеми возможными способами, во всех бесконечных брахмандах. Бхагаван пребывает везде, и вот в творении, в этом творении Баларам служит также. И перед все пастушки, они тоже изошли из Нитянанды Баларама. Все спутники Кришны. И если мы вернемся в Вайкунтху, то они вечно присутствуют там, эти дживы, вечное служение. Те, кто изошли из Нитянанда Баларама, те, кто во Вриндаване совершают служение, и дживы также есть нитья бадхи и нитья мукты. Нитья мукты.
они вечно служат Бхагавану, и те, кто находится на Вайкунтхе, в мире Вайкунтхи и Галоки, они исходят из тела Нитьянанды, а кто-то исходит из тела, точнее, из Татастха Шакти Нитьянанды. И вот там две категории джив. Одни нитья-мукты, которые вечно служат Бхагавану, и другие нитья-бадхи, которые служат Майе. Если вы сконфужены, это проблема. Как вот из Радхарани, все в Раджа-гопи, не только в Раджа-гопи, все жены Кришны, 16108 жен Кришны, они тоже они исходят из Радхарани, не только эти. Если мы вернемся на Вайкунтху, то там Лакшми, как Лакшми Вараха, мы поклонялись вчера ему. И вот эта Шакти, она из Варахадева явилась Лакшми. И вот особая Лакшми с Нарисимхадевом. Лакшми Нарисимха, она не такая же, она как бы Лакшми, но не та, которая Свараха. И вот с каждой аватарой его Лакшми, его Шри, который исходит из Шримати Радхарани, она проявляется с ним. И также все остальные, все они исходят из Нитьянанды Баларама бесчисленными способами, в бесчисленных брамандах, бесчисленными способами Нитьянанда служит Господу. И вот особая процедура проповеди Нитьянанды. Гуранга Махапрабху, он дал ответственность Нитьянанде, почему Нитьянанда пришел. Нилачал Дама, и после этого он оставил саньясу и данду. Поскольку это было одобрено Гаурангой, и поэтому Нитьянанда сломал данду Гауранге. Можно вспомнить, когда после принятия саньясы, я могу два случая рассказать, трансцендентных случаев. Нитьянанда Гауранга, когда все они отправились в Нилачал. И вот Адвайта Гасай тоже пошел с ними, но Махапрабху сказал, чтобы он оставался, чтобы утешил преданных. И вот после принятия саньяса Гауранга Махапрабху отправился в Адвайта Бхаван. Там был праздник, и потом Гауранга собрался идти один, только Нитьянанду взял с собой и еще какого-то преданного. И в итоге Нитьянанда Прабху, он хотел сломать данду Нитьянанды, а точнее данду Гауранги. И вот это случилось у реки, то ли в Чайтанья Чаритамрите Суварнарека написано, а Чайтанья Бхагавате другое название. И вот кто-то подозревает, почему одна и та же лила в разных местах описывается, но в Калпа. В различные калпе Бхагаван приходит, и как две Вастрахаран лилы во Вриндаване тоже описывается. Одна около Калидахи, другая около Баладау Раса Стали, там километров 5. И вот в различных калпах различные лилы происходят в различных местах, или одинаковые лилы в разных местах. И вот Гауранга дал данду Нитьянанде. Я сейчас приду, подержи. И тем временем
Нитянанда сломал на три части эту данду. И когда он спросил, где же данда сломалась, как сломалась? У меня единственное сокровище в моей жизни — это моя данда. А ты сломал ее. Нитянанда сказал: а мы тут упали на данду, и вот она сломалась, я ее выкинул в реку. Какова причина? Сокровенная причина всего этого. Причина в том, что Нитянанда, он поговорил с этой дандой. Данда Махапрабху не может быть материальной. Это не может быть палка из бамбука. Нитянанда сказал данде: Горанга Махапрабху данда. И вот эта данда необычная, она трансцендентна. И вот Нитянанда говорил с дандой, что я несу своего Господа в своем сердце, и как ты смеешь, что мой Господь носит тебя. Я ношу своего Господа в своем сердце всегда. И как ты смеешь, тот Господь, которого ношу в своем сердце, он носит тебя. Это нехорошо. И вот он сказал данде то, что они думают, и сломал, и выкинул. И вот умом, телом и речью, если нету самопредания, точнее, тот, кто предался полностью Господу умом, телом и речью ради вечного служения Бхагавану, такой саньяси очень-очень редок. И Нитянанда Прабху, он хотел сломать данду Гуранги, и сломал. И потом Нитянанда, когда он сломал данду, это признак того, что Махапрабху одобрил. И вот он, по указанию Махапрабху, он изменил свою внешнюю одежду саньяси. Нитянанда, он вечный саньяси. Только внешне он поменял одежду по указанию Махапрабху однажды. После Радха-ятры, возвращаясь из Нилачал-кшетры, когда Радха-ятра закончилась, в то время Нитянанда и Гуранга, они сидели и говорили наедине. О чем они говорили, никто не знает, но мы можем понять, когда Нитянанда поменял свою одежду для проповеди Чайтанья Вани, для подлинной проповеди Чайтанья Вани. Нитянанда Прабху, он вынужден был изменить свою внешнюю одежду. Это было указание Гуранги. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, вы можете помнить, для подлинной проповеди Чайтанья Вани я могу опуститься на любой уровень. Для подлинной проповеди Чайтанья Вани Адвайта Нитянанда Прабху, он изменил свою одежду, поскольку со саньяси много правил, они не могут общаться с домохозяевами и прочими. И поэтому, чтобы облегчить проповедь, Нитянанда Прабху поменял свою одежду, оставил одежду саньяси. И вот массивная проповедь стала возможна по милости Нитянанды. И Гауранга Махапрабху после принятия саньясы начал проповедовать различными способами. Эта проповедь, никто не слышал о ней. В
Гауранга Махапрабху, он пролил свою милость на кого-то, и вот он так каким-то четырем людям проповедовал, и, соответственно, еще кому-то, и так это все распространилось. И вот Махапрабху сказал, ну, в общем, он Махапрабху проповедовал таким образом. И по желанию Махапрабху Нитьянанда начал проповедовать в такой, будучи как домохозяевом, домохозяином. Нитьянанда Прабху, он авторитет в области проповеди. Любая проповедь везде, кто бы ее ни совершал, если они не принимают прибежище у Нитьянанды, у Баларама, у Гуру Парампара, то невозможно проповедовать подлинную проповедь, она невозможна. И поэтому говорится в Чайтанья Чайтамрите то, что говорится. Подлинная проповедь возможна только по милости Нитьянанды. И вот в Шримад Бхагаватам мы находим. Джешам саеша Бхагаван даяед ананто шарватмана асрита падам яди нирваликам те дустарам патитарам тича дева майя но мамахам ити дхи ша сигал бхакше So, джешам саеша даяед Бхагаван ананто whom Nityananda Prabhu doing best? Кто же получит настоящую милость Нитьянанды? Кого благословит Нитьянанда только? И вот тот, получивший милость Нитьянанды, он может избавиться от влияния Майи. Только те, кто получили полную милость Нитьянанды Прабху, они могут избавиться от Майи. Сарватма Ашрита Падам значит те, кто предались, те, кто приняли прибежище всем сердцем. Нирваликам значит без всякого лицемерия искренне. Те, кто приняли прибежище лотосных стоп Бхагавана всем сердцем, они искренне. Если бы у них было какое-то лицемерие, они не смогли бы принять прибежище у лотосных стоп Бхагавана всем сердцем. И в то же самое время те, кто искренне, чистосердечно приняли прибежище у Бхагавана, они имеют вот эти качества. И по милости Нитьянанды Прабху мы можем избавиться от влияния Майи. И мы можем продвигаться вперед. Иначе это невозможно. По милости Нитьянанды это невозможно. И вот, приняв саньясу, Махапрабху проповедовал. И после оставления саньясы Нитьянанда тоже проповедовал, это имеет то же самое значение. Махапрабху сказал, зачем люди принимают саньясу, чтобы служить
телом, умом и речью Бхагавана. И Махапрабху говорит, после принятия саньясы, и что толку от того, что я принял саньясу, если према — мое сокровище? И вот Махапрабху говорит, что толку от саньясы, если према — мое сокровище? Люди принимают саньясу, чтобы служить Бхагавану всем сердцем, чтобы обрести прему. А если это прему, уже мое сокровище, то что толку от принятия саньясы? И вот Нитянанда, Гуранга, они не отличны друг от друга. Какая разница между ними? Ее нет. Кришна, Баларама, они не отличны друг от друга, только тело отличается по духу, они едины, целое. Нитянанда не отличны от Гуранги. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, только и только. Нитянанда Баларам. Для Нитянанды Баларама это позволено. Нитянанды Баларам, они могут носить этот перо павлина, кроме Кришна Баларама. Нарайан не может, например, носить перо павлина, только вот Кришна и Баларам. И Баларам, он может вот, совершать раса лилу, но опять же не с теми гопи, которые Кришна со своими отдельными. Кто-то задает вопрос, о Махарадж, если Нитянанда Баларам, севактатва, Шрила Прабхупад говорит, Баларам, Нитянанда Баларам, это севак и севьятатва, тот, кто служит и кому служит. Только Баларам, не кто еще? Кришна, он севьятатва. Кришна, он севьятатва, тот, кому служат. Мы должны служить Кришне. Но у Баларама, к Балараме две татвы применимы. Первая Баларам — это севактатва, тот, кто служит, и севья, кому служит. Баларам, несомненно, севактатва, и в ту же. То есть и севья, и севактатва, эти два термина к нему оба применимы. И вот мы должны понять, что Баларам может принять саньясу, а может и не принять. Это не столь важно. Саньяс, он всегда там. И вот Нитянанда Баларам, Прабхупад говорит, только и только для Нитянанды Баларама мы можем сказать, что он и как севья, так и севактатва. Баларам. Но Кришна только севья-татва. И вот это Ачинтья-бхеда-бхеда-татва в соответствии с Сиддханта. Ачинтья-бхеда-бхеда-татва, если вы посмотрите на Баларама и Нитянанду, вся бесчисленная вселенная, она связана с Кришной. В Ачинтья-бхеда-бхеда-татве. И вот Нитянанда оставил саньясу, или Гуранга Махапрабху принял саньясу, это имеет одно значение. Гуранга Махапрабху принял саньясу ради чего? И Нитянанда оставил саньясу. Это для той же самой причины. Хотя внешне противоположные вещи, им кто-то может подумать, что это не то, но это все сделано для высшей цели. Принятие саньясы и ее отторжение — это все служит для высшей цели. И вот так проповедь происходила широким образом.
И вот по указанию Махапрабху он женился. Джахнава Васуда, его вечные шакти, внешне может выглядеть как женился, как в случае с гопи. И вот Джива Госвами Пад пишет для Кришны на Голокадаме. Есть Сахия, те, кто Шакти, мы можем найти, они не отличны от Кришны. Они... И в Расалиле говорится, Кришна он видит свое изображение в зеркале. И вот и Расалила тоже можно объяснить тем, что Кришна, он являет лила со своими собственными энергиями. И Джива Госвами говорит, что все гопи, они как сваки вечно, так и вечно в паракия бхаве. Это чувство паракия бхавы. Если мы думаем, что гопи, те гопи, не отличны от Кришны, это сакия. И в то же самое время Джива Госвами Пад пишет, они как свакия, так и у них есть чувство паракия, чтобы увеличить великолепие расы. Вечная паракия бхава, она также есть на Голокадаме. Нету ни мужей, ни джатилы кутилы, ни камсы, ничего. Только идея есть о том, что они есть. Но это позитивная концепция, не негативная. Если мы скажем, что это негативная концепция, значит, что мы в майе. И вот эта позитивная концепция всегда присутствует там, что джатила кутила есть, но их самих нет. Только идея о том, что они есть, есть. Если бы этой позитивной концепции не было, то лила была бы негативна. Но когда эта же самая лила снисходит из Голока Вриндавана сюда, на земной Вриндаван, то здесь физически можно найти Джатилу Кутилу и прочих этих родственников, таких антагонистов. И вот физически можно найти Джатилу Кутилу, Камсу и этих мужей гопи, хотя мы их находим физически в этом мире во время Кришна лила. Но все организовано с помощью йога майи. И вот Гуранга Махапрабху принимает саньясу. Для чего? Чтобы показать нам эту паракия бхаву, унанту джола расу, которая не доступна в двараке. Унанту джола раса недоступна в дваракадаме. Унанту джола раса доступна только внутри Вриндавана. И думаете ли вы, что Нитьянанда Прабху, у него нет права служить Гуранге Махапрабху сладким образом в Мадхур Бхаве? Нитьянанда, он также служит Кришне. Джахнава Мата также служит Кришне. Она не отлична от Нитьянанды. Нитьянанда Шакти, Джахнава и Васуда. Если они вечны, его вечные шакти, откуда вопрос женитьбы возникает, но внешне возникает, хотя они его вечные шакти,
Джахнава и Васуда, они вечные шакти. Кто они? Ревати Варуни. И вот Васуда Мата Варуни, она Ревати в то же самое время. Ананга Манджари и Джахнава Такур, они не отличны друг от друга. И Бхагаван Шри Кришна являет Расалилу. Нитьянанда, он тоже служит в этой Расалиле. Кришна Бхагаван, он совершает Расалилу. Внутри Расалила наш Джахнава Такур, они тоже тут. Ананга Манджари, в форме Ананга Манджари. И вот в то же самое время, если вы говорите, и вот Нитьянанда служит Гауранге Бхагавану все время, всеми способами. И вот на сегодня конец. Janusha Krishna Vimugusha Deva Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardhanasya Ad Janardhan Nityanandabhu coming in. И вот Нитьянанда является в форме Садгуру, чтобы спасти нас из этого материального мира. Ванча Карпатурши Кипасин Божи, Патитанам Павана Гу, Вашнабьё Намута.